Национальная сборная России по WorldSkills продолжает тренировки на базе Всероссийского детского центра «Смена». Ежедневные психологические тренинги и занятия английским языком. Сегодня занимаются с представителями международной молодежной некоммерческой организации ISEC из Турции, Египта, Китая и Венгрии. Свободно общаются о еде, традициях и погоде. Евгений Петров на чемпионате представляет компетенцию инженерной графики CAD, построить из трехмерных деталей схему сборки-разборки, оценить надежность детали, посмотреть, как она будет выглядеть в итоге, можно не имея ни одной детали в металле. Это направление Евгений развивает в рамках движения WorldSkills Russia. В рамках этих занятий сейчас у нас проходил мастер-класс, на который к нам пригласили носители английского языка, с которыми мы вместе провели совместные занятия, пообщались с людьми, для которых английский язык практически родной. Андрей Ермаков из Москвы является национальным экспертом по компетенции графический дизайнер. Для нас это было небольшой неожиданностью о том, что у нас будет сегодня проходить вот такой совместный мастер-класс, скажем так, с людьми, которые имеют больше опыта общения на международном языке. И, в принципе, это очень полезно, в первую очередь, для нас, потому что все мы прекрасно понимаем о том, что разные народы по-разному говорят на английском языке, и это очень полезно для того, чтобы слышать со стороны и акценты, и понимать, каким образом мы можем адаптироваться к этому международному языку. Поддержать национальную сборную «Смену» приехал президент Союза WorldSkills Russia Павел Черных. Он встретился с тим-лидерами сборной России, или, как их называют сами ребята, ангелы-хранители, психологи, старшие товарищи. Участников мирового чемпионата ждут индивидуальные зачеты. За время соревнований конкурсантам предстоит выполнить сложные задания, требующие большой выносливости и сосредоточенности. А это довольно сложно в стране с другим климатом и языковым барьером. За 4 дня оценивается около 1000 критериев. То есть, представляете, 1000 критериев, там не только точность изготовления, это и организация рабочего места, и техника безопасности, то есть, как правильно все это сделать, и подход к изделию. Есть даже 30% субъективных критериев, там на уровне экспертов нравится, не нравится. Знаете, бывает, табуретку все сделал правильно, с точки зрения размера все правильно, но выглядит некрасиво. Ко всем сложностям участники сборной готовятся заранее на психологических тренингах. К чемпионату они станут одной дружной командой. Большая благодарность организаторам за то, что они выбрали такое прекрасное место. Здесь можно и как проводить в тени, позагорать и покупаться на солнце, например, подняться в гору. Здесь как бы очень приятное место, совершенно безопасное, располагающее, скажем, и к работе, и к культурному отдыху.